Здорово, это Фриз, и сегодня мы будем грифрить кейсами. На сервере Arismine IP в описании. Но смысл данной рубрики заключается в том, что за каждое убийство я буду получать рандомный набор. Ну а если быть точнее, то набор, который находится вот здесь, это кейс с наборами. Ну а перед началом, если был не подписан, то подписывайся, потому что 71% у меня просто-напросто не подписан. Ну и не забудь нажать колокольчик, обязательно, и лайк, да. Ну а мы с вами идем, как обычно, на War PvP, поскольку здесь очень много челиков, и здесь будет проще всего себе надыбать первый кит. Поэтому залетаем вот в эту кабинку и просто, ребята, ждем, пока к нам кто-то залетает. К нам, ребята, кто-то залетает, отлично. И, ребята, все, сейчас просто в моих руках... В моих руках ничего уже нету. Окей, ребята, тогда пойдем следующим путем. Мы пишем PvP и нажимаем вот сюда. Теперь пишем просто want и ждем. А, вы сможете выполнить эту команду через 30 секунд. Ничего себе. О, ребята, ванты, отлично. Все, мне не надо ждать теперь 30 секунд. И теперь просто пишем PvP и давайте вот. Вот, отлично, ребята, все. Нашелся челик и просто, ребята, его жестко-жестко... Ага, все, понял, без проблем. Значит, выкидываем нафиг эти топорики и идем на спаун. Для чего? Естественно, чтобы открыть кейсик. Я, ребята, к нему уже пришел и открываем наш первый набор. У меня сегодня их 50, слава богу. И, ребята, что мне сегодня выпадает? Набор игрока. Кто бы мог подумать, что мне выпадет что-то круче? О, ништяк, еще ресурсы. Ничего себе, ребята, смотрите, как я все сосу. И только мне все сосу. Чувачок, что, обосрался? Ладно, 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 извини, я могу тебе это выкинуть, мне это не надо. Давайте, ребята, мы попробуем снова провязать PvP и на этот раз уже подбор поединка. Так, ну-ка, во, все, отлично. Я думаю, то, что у нас много кейсартеров на сервере, поэтому серверу не составит труда найти мне оппонента. И, ребята, как я и говорил, вот кейсартер. Да-да-да, ребята, это кейсартер, кстати. Подожди, по-моему, ребята, он меня и слил на вар PvP, по-моему. Но, ребята, хорошо, я принимаю его вызов. А-а-а, походу, ребята, это читерок. Посмотрите на его ударчики, ребята. Чего? Каждый удар, ребята, проходит? Нет. Говно вонючее, я тебя забаню сейчас. Но, ребята, ничего страшного. Мне нашло еще, ребята, ПВП и поход. Да, ребята, этот челик 100% не читер, потому что он по мне даже попасть не может. И, ребята, я его совсем скоро загашу. Остается всего лишь пару ударов и... Вот только он отхавал сейчас золотое яблоко. И он мне сейчас, ребята, может спокойно слить. Нет, два сердечка, ребята, осторожно, осторожно. Просто фигачу его, не подпускаем к себе, ребята, пол хп. Ну что, ну... Еще раз, ребята, ПВП, теперь уже с алмазником. Вот это, ребята, стрёмно. Кстати, я ему наношу, ребята, прилично по пол хп. По пол хп, серьезно, это прилично. Но, ребята, тем временем у него уже полбулона, ребята, нету. У него... Ребята, у него 5 сердечек остается, у него даже, ребята, перка есть. Отлично. Чуть-чуть, ребята, совсем чуть-чуть осталось. Вот только, ребята, он сейчас целится в меня, у меня уже полбулона нету. И если он по мне чуть-чуть попадет, то я просто, ребята, умру. Но, ребята, не в этот раз. Поэтому в мувик включайся. Угу, включился. Офигеть. Опа, ребята, все, мне нашли поединок. Все, я его убил. Хе-хе, yes, baby. Опять же таки, ребята, выкидываем эти вонючие топоры, идем на спаун. И просто супер быстрым шагом идем к этим кейсам с наборами. Нам, ребята, срочно нужно получить хороший кит, например, алмазочку, почему бы нет. И мне, ребята, выпадает набор игрока. Офигенно. Но это лучше, чем, ребята, топорики, поэтому мы одеваемся. И давайте на этот раз пойдем на вар PvP. Возможно, на самой арене, ребята, кто-то будет. И... Нет, нет, здесь, как обычно, никого нету. Пусто. Окей, ребята, тогда идем в кабинки для PvP. И нам нужно сейчас какую-нибудь алмазечко вот такого простовенько загасить. Поэтому идем в эту... О, ловушка. Ой, 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 ребята, отлично. Плюс еще один кит. Что-то как-то все очень спонтанно у меня произошло. Но даже если из этого набора мне выпадет снова кит-старт, я, ребята, от него не откажусь. Поскольку в кит-старте есть яблочки и есть дополнительные инструменты. Набор хитрый! Ребята, вот это неплохо. Хотя нет, ребята, не выкидываем. Давайте мы складируем все вот это вот дело вот сюда. И оденем алмазочку, ребята, новую. У нас уже есть острота 1. И, между прочим, лук на силу 1. Неплохой апгрейд, так сказать. Опа-на, ребята, ПВП нашлось. И на... Опа-на, стой, подожди, стой, стой, стой. Говно вонючее с щитами, да, снова? Или нет, или да, или нет, или да, или с щитами. Угу. Напишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, челик был читер или же нет? А по-моему, челик был все-таки с щитами. Все-таки, ребята, не зря я слазировал мою прошлую бронь в эндерсундук. Кстати, она вообще не покоцная, офигенно. Поэтому, ребята, опять же таки, берем ее в инвентарь, как бы возвращаемся к истокам. И давайте снова, ребята, на вар PvP зайдем, потому что это самый легкий способ получить броню. Но если бы точнее, то просто нафармить киты нам. Ну, как бы, килы. Да, вы поняли. Опа-на, ребята, челик залетает. Надеюсь, то, что он не читер. И да, да, ребята, не читер. Мы его сливаем. Отлично. Получаем, между прочим, всего за один, ну, кит-старт, неплохо. По факту у нас уже есть, ребята, запаска, это очень хорошо, поэтому давайте мы быстренько ее складируем сюда. Ну и откроем снова наш любимый кейс с наборами. Надеюсь, на этот раз не выпадет кит-гидра, почему бы нет, и...
О, реально, ребята, Кит Гидра, вообще, вот как меня услышали, реально. Ну и на этот раз нужно, ребята, точно не слиться по-тупому. Надо просто вот так вот челика комбить, так на, поэтому все, погнали. Ребята, меня телепортило с каким-то сервером. Воу, вот это, ребята, мой соперник, и он не отталкивается. Неужели, ребята, это тоже читер? Но, о, нет, подожди, я ему очень хорошо сношу, и я его сливаю, ребята. Защита 1. Набор, ребята, сервера. Я даже не уверен, что мне с кейсов такое дропнется, поэтому это просто для меня находка. Что у него за мячик был? А, ну, такой же, да, вообще одинаковый, прикольно. Ну что ж, теперь я с гордостью могу открыть свой эндер-сундук и выкинуть свой кит-старт, поскольку теперь я в нем просто-напросто не нуждаюсь. А вместо кит-старта закинуть себя, сюда алмазку и вот этот вот наборчик, почему бы нет. Ну и бонусом я открываю кейс с наборами и, о, смотрите, ребята, здесь есть феникс даже, смотрите, как он крутится, и мне выпадает гидра. И что я должен делать? Надевать набор гидры? Интересно. А, все-таки, ребята, давайте я ее вот пока что в эндерсдук положу. Возможно, я сейчас сольюсь и, ну, как бы, придется надеть этот набор. Но пока что я буду с этим набором, который у меня сейчас. И, ребята, прямо по курсу у нас какой-то есть челик. У него есть щит, значит, у него есть броня. Ну, с вероятностью где-то 80%. Поэтому, ребята, я бегу к нему навстречу и, блин, ребята, это, скорее всего, кит гидры. Но, ребята, он мне тоже не помешает, потому что за него я смогу прокрутить себе рулеточку и... У него есть, ребята... Набор игрока. Зато, ребята, у него был щит, чего у меня не было, поэтому отлично. У меня уже переизбыток этой алмазки на самом-то деле. Но лучше переизбыток, чем недосбыток, чем избыток. Что я несу, боже. Короче, меньше слов, давайте больше дела. Открываем кейс, здесь снова, ребята, есть феникс. И если мне дропнется феникс, это будет замечательно. Но мне дропается гидра. Слушайте, у меня ее уже и так много, давайте я просто выкину этому челику. Я думаю, ему она будет реально полезнее, чем мне. Ребята, прямо в курс у нас какой-то алмазник, правда, я не заметил какой-то алмазник, но, ребята, это поход... Походу, обычный алмазник. Ясно. Но, опять же, подожди, походу, ребята, я его сливал уже. Это же тот же челик, которого я слил, походу. Напишите в комментариях, я просто не очень помню. В любом случае, ребята, мне его броня вообще никак не нужна, я заберу только яблочки. Ну, и с него поимею набор новый, так что спасибо за килл. Ну что ж, надеюсь, что на этот раз мне дробнется... Феникс, хотя бы, ребята, Феникс, хотя здесь только игрок сервера Феникс, поэтому... Поэтому мы просто выкидываем вот это вот говно на спаун. И, ребята, я вижу... Я никого не вижу. Почему меня телепортировало к говенному кистартеру, если там был алмазник офигенный? Ладно, ребята, мы тоже этого кистартера посольем. Давай, ты выпил зелье силы, братишка. Ты выпил зелье силы. Ты, да. А теперь попробуй просто увернуться от моих стрел, пушечных стрел. Давай, давай, уворачивайся. Ой, а что-то не получается. Слушай, а у него получается, у меня полбаллона, блин, снял, а я тут разглагольствую. Ребята, таким образом он мне может и слить, но, чувак, ну, не в твою смену, так сказать. Сегодня я должен тебя победить, поэтому до свидания, минус. И зелье силы, ребята, я вижу зелье силы, отлично. Кинстарт мне его и подавно не нужен, но вот зелье силы, ребята, у меня его вообще не было. Ну, да, в принципе, и нету, хотя, ну, уже есть. Ну, и также мы с этого челика поимели набор, поэтому быстренько, ребята, открываем и... И где? А где эта штука круче гидра? Иди ты в жопу. Где нормальные наборы? А, ну что это такое? В любом случае, ребята, теперь у меня есть сила. То, что бустит мои суперспособности в 2 раза. И я нахожу это очень классным. Поэтому отдадим этому тритону набор игрока. Держи. О, ребята, меня телепортило с каким-то челиком. У него тотем. А, нет, ребята, у него не тотем. У него не тотем. У него яблоко. В любом случае, ребята, мне кажется, что нужно забиваться. И, ребята, мувик, включайся. А, какой мувик, включайся? Здесь, блин, чел убегает от меня. Ну, ребята, он... Да ладно, нет, ребята, он просто перекинул перку. А перок-то у меня нету. Ладно, ребята, я буду его ждать внизу. Как раз-таки вот здесь вот есть водопад, поэтому мы в него прыгаем. И давай, бро, прыгай сюда, ко мне. Давай, давай, давай. Опа-на, ребята, он прыгнул. Хорош, у меня пока что, ребята, еще есть сила, поэтому, мувик, включайся. Yes, ребята, все, загасил, просто у меня 2 сердечка осталось, я думал, что я уже умру, но я выиграл. Ну и давайте, ребята, посмотрим, что это за броня, защита 3, защита 2, защита 2, защита 2, ребята, вот это другое дело. Сколько у меня на балансе, давайте посмотрим. А, вы не можете использовать команду во время боя, так, ребята, у меня $1000, слушай, давайте, ребята, мы что с вами телепортируемся на варп АХ и купим алмазы, хотя попробуем купить, ой-ой-ой, ребята, здесь цены, конечно, кусаются. Да, и алмазов здесь вообще, ребята, нет, давайте, да, побегаем по NPC-шкам, потому что, возможно, вот в этом челике будет алмазы.
Как бы, ну, на картинке алмаз есть, поэтому должен быть алмаз, да, в принципе. Но, ребята, к сожалению, я его тоже не вижу. Наверное, я просто не разблокировал еще эти алмазы, потому что у меня уровень, блин, ноль. Но, ребята, в любом случае, у меня есть уже мечик, набор Феникса, и у меня есть, ну, да, Z3, Z2, неплохо, ну, да, покоцанное, но ничего страшного. Зато, ребята, у меня есть еще один кейс с наборами, и здесь снова, ребята, есть Феникс. Пожалуйста, Феникс, дропнись мне, и... набор игрока. Да уж... как обычно. Кстати, ребята, у меня же 914 баксов, поэтому давайте мы зайдем в травника. И здесь, ребята, можно купить зелье силы 2. Вот, ребята, вот это другое дело. Теперь я снова неубиваемая машина. Ой, ребята, смотрите, куда меня телепортировалось. Ой-ой-ой, ребята, у челика тотем, и он забивается, ребята. Я слышу, как он забивается, поэтому я тоже, ребята, забиваюсь. Такой, куда ты ушел, братишка? Ты куда? Куда ты? Куда уехал? А, скажи мне, пожалуйста, сколько, ребята? У него 15 сердечек, я ему вообще ничего не наношу, хотя, ребята, это острота 2. Давайте, ребята, мы его, наоборот, затроллим. Такие, опа-на, и, ребята, просто его закроем здесь. До свидания. Давай, братишка, вылезай отсюда, давай, давай. Ты думаешь, что я тебя покину здесь? Нет, братан, я тебя не покину. Давай, сюда иди. Вот, другое дело. Так, топор, ребята, берем, топор берем. Ломаем ему щит, отлично. И просто зафигачим, ребята, его немножечко луком. Так, опа. В смысле? Я ж тебе топор я ж тебя сломал эту штуку. Давай, сюда. О, отлично. Так, ребята, и просто фигачим его, ребята. Фигачим у него... А, ноль. Ребята, я ему ноль наношу. Это что такое? Это типа у него за 4? Что? Ребята, он мне одной тычки наносит по 3 сердечка. Камон. А, ну все, это смерть, да? Да, все, выбрался челик из своей пещеры, блин. Давайте, ребята, быстренько хаваем. Может быть, я успею и... Нет, к сожалению, я, ребята, не успел. За такой эпик я, ребята, думаю, то, что можно загрузить кейс с наборами, потому что здесь снова, ребята, вращается этот тупой Феникс. И смотрите, просто игрок. Смотрите. О, гидра. Неплохо. Хотя, ребята, не игрок. Поэтому давай... Хотя, знаете что? Давайте мы подойдем вот к этому челику, если он сейчас остановится. А он не остановится, ребята. Он гиперактив. Ладно, окей. Тогда, ребята, вот другой его челик, и ему выдадим этот набор, потому что мне он вообще не нужен. О, ко мне кто-то телепортируется. Че? Кто посмел? Что ты хочешь? Так вот, ребята, мне он не нужен, потому что посмотрите на мой эндерсундук. У меня он полностью заполнен этим набором. Он пишет: дай вещей, ПЖ. Ты хочешь вещи? Ну давай, держи, на. Мне реально, ребята, не жалко. Мне же нужно как-то разгружать свой эндер-сундук, правильно? Правильно. Поэтому вот, заходите на Арисмайн, играйте, может, вот вам тоже дам подгончик. Опа, на, ребята, меня телепортировало на ПВП с каким-то челиком. Это у нас игрок. И, ребята, стой, тише, тише. Блин, ребята, я стрелы не взял, черт. Хилиться, ребята, нам нужно хилиться. Давайте в левую ручку зафигачим яблочки. И такие, опа, банихоп, здорово. Ой-ой-ой, приветик. Ребята, у него есть щит. Если я его убью, то залутаю ценный артефакт, щит. Поэтому надо, ребята, А, ребята, это читерюга тот. Да, это он. Ладно, ребята, у него 3 сердечка остается. И, ну, посмотрите, я ему даже, ребята, ничего не могу пронести, а он мне очень даже хорошо проносит. И, чувачок, давай, умирай. Уже, ну, пора уже, все, молодец. Напишите, ребята, в комментариях, как думаете, это читер или нет. Потому что мне кажется, что этот челик играл нечестно щитами. Но, ребята, за него я получил щит. Ну, и вот эту вот вонючую алмазку. Кстати, я же мог потянуть... Ребята, я же мог починить ту бронь с помощью этой алмазки. Я забыл. Что-то я подумал, что броню чинится только через алмазы, а не через броню тоже. Короче, ладно. Уже, ребята, этой брони нету. Зато, ребята, есть кейс с наборами. Поэтому, ребята, крутим. Здесь уже есть банда, ребята. Смотрите, у меня есть все шансы, чтобы мне выпало набор гидры. Это, ребята, уже просто какой-то сюр. Посмотрите, ну мне это вообще не нужно, бро. Держи. А куда он ушел? Он же только что здесь был. Ладно, пофиг. Ну и, ребята, очередной ПВП с каким-то алмазником. Он, блин, ребята, запивается. У меня, естественно, нету ничего, ни бафов, вообще ни скорки. Поэтому, ребята, это как бы, ну, бой не на равных. Но, ребята, ой, куда ты зашел? Братан, ну куда ты... Ты хочешь меня зажать? Не получится. Надо, ребята, просто следить за своими сердечками. И, в принципе, нужно наносить ему просто критические уроны. Кстати, он мне, ребята, он мне не критом наносит просто дофигища хп. Посмотрите, что я же держу... Вы видели? Я держу щит, а он меня бьет. Как? Что это такое? Объясните, пожалуйста, знатоки Майнкрафта. Ребята, ко мне залетел челик. Ко мне залетел. Точнее, я к челику залетел, поэтому давайте мы быстренько хилимся. Вот так вот дополнительные хпшки получаем. И, ребята, я забыл прописать топор. Ё-моё! Ну, кстати, ребята, без топора я тоже хорошо справляюсь. Ребята, у него сердечко было! Сердечко было! Ой, ребята, нужно. Я зафигачил челика. Зачем?
Да ладно, защита 2. Да ладно. Ребята, вы видели мой скилл? Просто это PvP супер класс, это от Фриза. Ну и сейчас просто бонусом кейс с наборами, ребята. Здесь, блин, здесь вообще не крутится этот вонючий пандар. Но в любом, ребята, случае на... набор игрока. Держи, братан, держи. Мне не жалко. Да, держи. И я, ребята, слышал то, что там зазывают челиков на варп. Поэтому давайте мы как раз таки проверим этот варп. Он называется Woman. А, во, ребята. Да, да, ребята, здесь есть типочек, но мне нужна перка. А перку я вообще хз где достать, на самом деле. У травника ее точно не будет. У оружейника, ну, скорее всего, тоже нет. Но давайте мы посмотрим. Нет, ребята, здесь только... Да, здесь только оружие, ё-моё. Ну давайте, да, у этого челика, ребята, это последняя надежда на нашу перку, и, к сожалению, здесь тоже ничего нету. Поэтому варп отменяется. Ребята, я нашел кода челика, который зарыт под землей, и, ребята, здесь... Приват, ребята, нету. А, нет, приват есть. Ё-моё, ребята, ладно, вот зато здесь нет, ребята, привата, и... Ну... Вы сами, ребята, все видели. Вы просто сами, ребята, все видели. Он просто линул на ваших глазах. Ну что это такое? Зато, ребята, мне просто в эту же секунду телепортировало на какой-то ПВП, и челик запивается, ребята. Черт, блинский, блин. Я, ребята, бафы не пок... А, это читер, да? Да, это читер. Ё-моё, ребята, просто вдвойне плохо. Против него... А, подожди, ребята, я не понимаю, он отталкивается или нет, потому что... Смотрите... Ну как они бьют через щит? Ну объясните мне, пожалуйста, как они меня фигачат через щит? Я же ставлю, блин, щит, а они мне как-то через щит фигачат. Как? Ваше, ребята, мнение в комментариях, читер чел или нет? Потому что я вот реально уже реально не понимаю, читер чел или нет. Так что напишите в комментариях, обязательно. Ребята, я только что телепортировался с каким-то челиком, кстати. Походу, ребята, это... это кикстартер, ничего себе. И, ребята, я не знаю, ребята, запечатлел я это или нет, но походу челик с читами, потому что он прыгал. Во, что это такое? Как он так прыгает высоко? А ну-ка, прыгни еще раз, пожалуйста, на видос, пожалуйста. Кстати, смотрите, как он быстро... как он так быстро от меня убежал? Что с ним? А, ребята, здесь бафы даются, смотрите, все, я понял. Так, ну, братан, тебе, ну, нужно сегодня послиться немножечко, ты же это сам понимаешь, да? Поэтому, на, до свидания. Кикстартер, ребята, мы его выкидываем, потому что он нам... Нафиг не надо. Ну вот, а кейсик, ребята, мы 100% покрутим, поэтому погнали, ребята, крутим. Здесь есть пандар, отлично, давай, пандар. И гидра, иди в сраку просто. Ребят, я думаю, то, что вот, ну, за такие моменты просто можно поставить лайк, это во-первых. А во-вторых, прописать какой-нибудь себе кит уже получше. Например, давайте возьмем себе кит. Куда я вышел? Возьмем себе кит, давайте кого? Давайте, пандара. Да, думаю, пандар нормально будет. Because I try to... нет, короче, английский не мое, поэтому... Ха, вы сами поняли. И, ребята, кстати, в этом ките есть перки, поэтому давайте мы пропишем... А, нет, стоп. Сначала, ребята, мы выпьем зелье силы, чтобы не тратить на это время. И теперь warp woman. И, ребята, все, теперь я здесь. Опа-на, здесь типочек есть, ребята. Все, дал ему... Походу, ребята, это челик-читер. Я не знаю почему, но вот такое у меня предчувствие. Я без понятия, ребята, почему. В любом случае, ребята, а, да, ребята. Это челик-читер, читер. Вонючка. Нет, я его забаню сейчас, ребята. Потому что, ребята, такие челики просто меня бесят. Варп, давайте снова умен. И, а, ну, конечно, я теперь, блин, отсюда выйти никак не смогу. Смотрите, сколько, ребята, ресурсов. Мне кажется, то, что пора прописывать шоп, немного, ребята, читерить. И вот такие, опа-на, ничего себе. Откуда столько ресурсов, скажите мне, пожалуйста. Неужели это читер рассыпался? Ой-ой-ой-ой-ой. И, ребята, видимо, здесь еще один челик-читер. Это уже панда. Да ладно, ребята, вы видели его удары? Вы это видели? Очень, ребята, интересно. Давайте мы быстренько складируем вот как... Вот, набор пандара, мое, вот это вот сюда-сюда. И, блин, ребята, мне кажется, что нужно купить силку. Пока что убегаем от него. Потому что, ребята, походу, это залет на пандара. У меня, ребята, как раз-таки когда кончается, пишем быстренько шоп и покупаем в эту штучку. Все, ребята, отлично. Кидаем перочку сюда. Вот так вот, хилимся, быстренько, ребята, просто хилимся. Тише, ребята. Там челик сзади меня, вон он бежит за мной. Нужно сейчас максимально быстро снова захавать гэппл. Вот так вот, опа-на, и, ребята, просто вот так вот, опа-на, отвар Одиссей, здорово. Ничего себе, а теперь куда ты денешься, братан? Прикрываешь щитиком. А как же так, как же, ребята, здесь еще типочек. Вы не можете войти в этот прив... А, я понял, ребята, смотрите, я поймал, походу, мафию целую читеров. О, минус один, отлично. Остался, ребята, просто еще один остался, ребята, и все. Куда откинул? Куда ты откинул перочку? Скажи мне, пожалуйста. Давай, сюда иди. Ой, окажется, кто-то баг... Куда? Ты что сделал сейчас? Я тебе разве разрешал хилиться? Нет, по-моему. Так что давай, братан, давай, я тебя сломаю вот так вот штучку эту. И такой, опа-на, еще, и... Блин, я, ребята, упал немножечко. Нужно перки сюда, вот так, отлично. Взрывается, смотри какой, ля какой. Окей. А, нет, не окей.
Но это читер был, или нет? Вот, ну скажите мне, пожалуйста, это читер или нет? Ребята, ну просто напишите тайм-коды, и вот как вы думаете, это были читеры, либо нет? Ну а мы с вами, ребята, открываем. Надеюсь, что здесь будет пандар хотя бы, и, ребята, здесь хотя бы есть феникс. Давай, хотя бы просто феникс, Так, ясно, ребята, набор игрока не интересует. Давайте еще раз будем крутить. Ребята, феникс, и пандар есть, отлично. Давай, пандар, пандар, пандар. А, игрок, понятно. Еще раз, ребята, крутим, последний раз, просто третий, за то, что я убил читеров. И... Набор гидра. Ну вы чё угораете? Я сегодня весь видос проходил в этом наборе гидра. Ребята, еще раз, давай, пандар, либо тритон хотя бы. Почему такие низкие выпадают? Игрока, да ты чё, угораешь, что ли? Ребята, что-то мне подсказывают то, что здесь больше гидры ничего не выпадает. Хотя я выбивал здесь феникс, это 100%. Посмотрите, ребята, шансы есть. Вон, сервер, пандар и тритон! Наконец-то, боже мой! Спустя, ребята, просто 1000 лет у меня появился набор тритон. Отлично. Давайте мы немножечко, ребята, опять-таки схитрим, потому что я уже задолбался, честно говоря, бегать. Купим чё? Купим зелье вот это и вот это. И снова, ребята, просто вот эту вот штучку мы забафаем. Купим по еще одной штучке на всякий случай. И, ребята, идем на барб вумен. Опять же таки, ребята, здесь два этих челиков. Мне очень интересно, вот, ребята, вот этого челика, потому что, походу, по всей видимости, ребята, это челик с читами. И мне нужно это 100% выяснить. Вот, минус челик. Хорошо. Давай, иди сюда. Ой, ребята, ой, ой. А куда мы перочку кидаем, братишка? Куда кидаем? Ага, ясно. Ага. Так, ребята, это, по-моему, да, ребята, это ловушка, скорее всего. Поскольку это их территория, я сюда не буду входить. Но из этого челика, ребята, мы выбили Z2. Как раз-таки, ребята, походу, это моя Z2. Да, набор пандара мой. Ну и теперь со стратой 3, ребята, можно просто его немножечко нафигачить. Смотрите, смотрите, ребята, кстати, я ему наношу очень хорошо. По 2 сердца, ребята, я его практически снес тотем. Осталось совсем чуть-чуть, ребята, осталось. И он снова куда-то бежит, смотрите, ребята. Возможно, на свою ловушку, возможно, просто прочь, кто его знает. В любом случае, ребята, дайте мне ему КД. Вот так просто, ребята, его фигачим. О, здесь, ребята, ресы. Отлично, забираем. У меня, ребята, остается всего лишь одна перка, поэтому надо ее, ну, заюзать, как бы, вы сами понимаете, ребята, разумно. И подожди, Блин, у него вообще остается, ребята, просто по полсердечка. И, ребята, вот так вот, ребята, смотрите, он прячется в энтри. Это нарушение правил, между прочим. Смотрите, я-то не могу войти, а челик может. Ну вот, чувачок. Мало того, что вот этот челик скорее, ребята, всего с читами, потому что он очень странно себя вел, так этот челик вообще в энтри. Там даже какое-то правило есть, то, что нельзя в энтри заходить. Ну, нельзя прятаться в энтри. Ну, что он делает, ребята? Он просто ливает. Ну да, ребята, а как по-другому? Давайте, ребята, еще раз забафуем. Вот, отвар Одиссея, ребята, пока они меня не видят. И просто снова, ребята, бежим к ним на всех скоростях. Такие, опа-на, здорово. Опа-на, смотрите, что он сделал. Он сделал для меня ловушку. Ребята, это ловушка. А по-моему, ребята, ловушки у нас запрещены. Да, варпом, ребята, ловушка варпом. Поэтому просто, ребята, его фигачим. Вот так вот, видимо, не-не-не, ребята, может выбраться. Я думал, что, ребята, это не его регион. Но в любом случае, это, ребята, ловушка варпом. Если мы сюда телепортируемся, то это будет варп. Просто челики и читеры, и нарушают, просто, боже мой. Ну, ребята, ладно, давайте к нему залетим. Попробуем его закосить. Ой, кстати, ребята, а наносит-то он мне неплохо. Стой. Минус тотем. А ты... Говно ты вонючая, слушай, ты даже не умеешь нормально пехаться, братан. Посмотри на него. Ты посмотри вот на эту морду. Просто, ребята, ладно, давайте попробуем отсюда линуть. Хотя нет, я его, ребята, подожду. Я подожду его, серьезно, потому что так, ребята, дела не делают. Хотя нет, я перочку, ребята, выкинул. Отлично. Все, пошел вон отсюда. Пошел вон. Давай вот это, ребята, тоже челика загасим. Просто, ребята, челики гриферит варпом. Я в шоке. Давайте, ребята, покажем ему попку. Вот так вот. Этого челика, естественно, убьем, потому что, ребята, это просто зазыватель. Вот, а ему попочку покажем. Вот так вот. Вот так. Ха. Слушайте, ребята, думаю, то, что на этом хватит, потому что, серьезно, уже очень большой грифер-шоу у нас получилось. Кликайте вот на эти 2 ролика, которые вам выплыли. Также подписывайтесь на канал, если вы были не подписаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Играл на Арисмайне на первом грифе сегодня. Вот удивительно, кстати, много читеров здесь. В общем-то, все. На этом все. Большое спасибо. С вами был Фриз.